Хватит выключаться. Как это красиво, как это красиво. Чаще, телефон вообще кайф. Розовая скатка. Color widgets. Оп. У меня тут свечечка стоит. Это у нас карамель и кокос. Всем привет, ребят. И это первое видео в 2024 году. Мне моя жизнь преподнесла такой подарок в виде новенького телефона. Сегодня мы будем этот телефон кастомить. Не сам телефон кастомить, оформлять, скажем так, его рабочий стол. Я держу iPhone. Кстати, вот с этим товарищем я разбиралась 3 дня, потому что я не могла установить приложение. Короче, я думала, что можно установить приложение музыка из ВК, но, похоже, вообще нельзя. 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 Примерно вот так выглядит мой рабочий стол. Я почистила все ненужные приложения. Я буду использовать приложение Color Widgets. Заходим. Это вот такая приложуха. Очень интересная, правда? Ну, мы без про как-нибудь постараемся. Сначала мы кастомим рабочий стол. И нажимаем настроить экран блокировки. О, нормально. Так, времечко. Шрифт и цвет. Какой же шрифт? А это шрифт? А, это все. Пон. Ладно. Оставлю как было. Я не буду ничего менять. А это все шрифты? Типа, серьезно? Чё так грустно? А есть еще шрифты, нет? Арабские. Теперь надо выбрать цвет, да? Ну... Подошли бы какие-нибудь розовые цифры. Я говорю розовые. А, нет, пипетка не нужна. Стоп. Стопэ. Розовая сказала. Ладно, пусть будет пока так, да? Допустим. Допустим. Четверг, 4 января. В принципе... Меня устраивает. Удобно, конечно, но как-то так. Ладно, оставим пока так. Ой, сюда можно добавить виджеты. Опа. Имба. Я забыла про один момент. Очень важный момент. Заходи в Pinterest. Тут у меня есть примерно типа таких набросков. Я хотела что-то типа такого сделать. У меня есть специальная доска. Я тут понакидала всяких фоток, но вообще не факт, что все они будут использоваться. Мне понравились вот такие вот... И тихо, не уходи назад. Губки мне вот такие понравились. Да куда ты выходишь постоянно? Кстати, вот я не понимаю, почему она выходит постоянно, она меня раздражает. Что нравится, что не нравится, вот это прикольно. Направление скачано. Так, хорошо, я настраиваю... Экран блокировки для начала. Так, подождите. А, добавление новых обоев. Фото. Правильно? Пипец, что так тяжело. Ну, можно вот это попробовать. Блин. Вот, мне кажется, прям это жесткое, нет? Почему она размазана так? Какой цвет должен быть? Цвет должен быть... Хапну какой-нибудь розовый, такой ярко-розовый. Такой. О! Да. Такой. Только я бы чуть-чуть его высветлила, наверное. А, тут можно так. О! Вот эта тема. Такое яркое стало. Хорош. Видишь ты. Добавить? Нет. Домой. Я предпочту фото и, наверное, поставлю вот это по центру. Интересная штуковина. Готова. Ну, допустим. Почему так смазала экран? Ну плохо, да?
Да, но только цифры вообще сюда не вписываются. Пока я пыталась покрасить картинку в цвет, который мне нужен, меня взломали ВКонтакте из какого-то Обнинска и начали отвечать всем подряд тем людям, которые пишут. И отвечать гадости, как бы. У меня никогда такого не было на андроидах. Типа, а тут iPhone, блин, и в первый же день все взломали. Посмотрела на историю там с Краснодара на андроиде, с Компанова в Обнинске. Просто вот, я еще так быстро завершаю все сеансы, они продолжают входить и отвечать. Я такая, блин. Ура, победа. Получилось. Вылет, да, получилось. Мне кажется, или уже там люди разговаривают, нет? Я захотела добавить виджеты на экран блокировки. Кликаем на «Добавить виджеты». И здесь выбираем, какие опции нам нужны. Я выбрала аккумулятор, чтобы видеть, сколько процентов у меня осталось на телефоне. Также я хочу, чтобы у меня была погода. И сначала я поставила виджет с часами, но потом передумала и поставила шагомер. Вот так получилось. Теперь мы переходим к созданию виджетов. Наконец-то! Для этого нам понадобится приложение Color Widgets. Тут будем химичить виджеты, короче, самые топовые виджеты, которые вы видели. Мне нравится, какой шрифт мне нравится. Пока непонятно, что мне нравится, мне вот это нравится. Вообще мне нравится то, что с короной. О, тут еще есть. Ничего, неплохо. Ну ладно, пусть пока вот это такая фигня будет. Чё, у меня там розовый цвет, да? Ох. Я знаю, что мы сделаем. Типа прозрачный виджет, типа прозрачный. Для этого add фото добавляем. Выбираем вот это вот, например, вот так, да? Вот. Мы получили вот это. Какие цифры бледные. Это нормально? Border color. А, это его поля. Мне не нужны поля. У нас есть такая красота. Дальше создаем еще один виджет. Я надеюсь, что все норм. Этот виджет я хочу change widget. Блин, а что так можно было, что ли? Так, создам, пожалуй, вот эту штуку. Вот эту. Да. Или не вот эту. Можно и не вот эту добавить. Можно добавить сердце, либо вот такой вот матричный код. Смотрится вполне себе неплохо. И это не выглядит вместе. Добавляем еще виджет, только небольшой. Мне нужен маленький виджет. Маленький, сказала. Вместо вот этого, конечно, что? Вот это... Это что? Давайте создадим маленькие виджеты. Для этого мы выбираем Small Widget. После кликаем Add Photo. Здесь мы выбираем картинку, которая нас интересует. У меня это такое сердце. Кликаем выбрать. Все, у нас готов виджет. Выбираем Set Widget, и этот виджет добавляется к нам в виджеты. Создаю еще один виджет. Пустой. Также выбираем Add Photo. Выбираем картинку, которая нам нравится. У меня это надпись Angel. Выбрать. Ладно, с виджетами кое-как разобрались. Теперь пытаемся разобраться с тем, как эти приложения наши поменять. Для этого заходим в команды. Команды. Быстрые команды. Кликаем на плюс. Открыть. Приложение. Итак, находим приложение, которое мы хотим изменить. Например, Инстаграм. Вот. Экран домой. Ура, новая команда.
Называем это Instagram. Выбрать фото. Находим тут фото для инсты. У меня есть подходящая фотка. Выбираю. Все. Добавляю. Та-дам! У вас есть Инстаграм. Так нужно сделать со всеми приложениями. Буду делать это, пока рак на горе не свищет. Добавить. И сейчас главная штука. Вас отсюда выкинуло, и вы должны кликнуть «Готово». И у вас эта команда сохраняется. Нажимаем плюсик. Пишем color widgets. Добавить виджет. Кликаем на это окно с виджетом. Выбираем виджет. Так, у меня есть несколько виджетов, да? Date time, date календарь. Мне date time надо, есть. Да, все. Фигак, хоба, ничего себе. Вот это да. Вот это да. Понял. У меня есть, когда я изменяю. Понятно. Мне надо фото виджет. Yes. Нет, нет, нет. Что-то совсем не туда. Удалить с экрана домой. Вот. Yes. Извини, да? О! О! Тут я понимаю. Другой разговор. Я бы хотела погодку какую-нибудь, блин, или что-нибудь прикольное. Шаги хотя бы. Хотя бы шаги. А можно сделать со целым сердечком, вот так вот. Такого. Типа такого, наверное. Туда еще нет. Хоп. О, красотка, вообще красиво. Хотят, пусть тут остаются. Это сюда. Сюда я сказала. Ребята, это победа. Это победа. Я это сделала. Сейчас. Качество этого видео оставляет желать лучшего. Хватит выключаться. Вот тут зарядочка. Тут погода. Тут мои шаги. Обалдеть, как это красиво. Как это красиво. Ё-моё. У нас есть... календарь, дата. Всякие приложухи, которые нам нужны, красиво оформленные. Вот тут вот просто картиночка. Вау! Ну, все, прям девчачий телефон, вообще кайф. Всем бы такой. Ой-ой-ой. Экран блокировки мне нравится, если честно, больше. Хотя тут по факту только обои установила, вот эту фигню. Мне нравится. Телефон голубой. Он внутри розовый. Опять голубой. Всем спасибо большое за просмотр. Я очень надеюсь, что вы тоже оформите свой телефончик так, как нравится вам. Подписывайтесь на мой канал, Инстаграм и группу ВКонтакте. Всем пока. Увидимся в следующем видеоролике.